солнышко светит, птички поют, только мешает шум города. Есть, просто решил потянуть. Как сопротивляется. И выставка прям хорошая. Всем привет! Хороший день для рыбалки. В прошлый раз мне так понравилось ловить густеру, что я решил сегодня снова попробовать. А вдруг сегодня будет что-то поинтереснее. Единственная для меня дилемма, где начинать ловить, потому что сегодня народу мало, ориентироваться не на кого толком. Наверное, начну со старых мест. А там уже буду от этого отталкиваться. Ну что, вперед! Ну вот я снова и вышел. Время уже почти 11 часов дня. С такой рыбалкой можно и разглядеться вообще в край. Почему в 11 часов? Потому что нет смысла вообще рано ехать. Все клюет после обеда и обедом. Давай посмотрим, поспрашиваем, что там у людей. Почему я, кстати, решил сегодня снова половить на дуре удочку? Потому что сейчас вообще окунь в отказе, щука в отказе. Судак тоже, можно сказать, в отказе. Клюет только подлещик до густера. И того, что исправно. Так что так. Вчера хоть было интересно? Ну так. Просто не вытащил, кто-то поклевки не видел. Ну вчера у меня там штук 15 получилось. В общем, у мужиков пока плохо. По одной, то ноль поймал. В общем, будем искать, что еще остается. Вчера у них примерно так же клевало, как я узнал. Посмотрим. И один, кстати, лещишка сошел у мужика. Вот его бы я хотел бы поймать бы. Правда, как 130-й заводить линку, это уже проблема. Так, ну я пришел. Начинаем. А вот и она. Так, смотри, насадил. Такой жирный довольно пучок. И начинаем. Лунку у меня под углом. Очень надеюсь, что сегодня будет получше, чем вчера. Сегодня также очень жарко. Я бы сказал, даже, наверное, жарче. Солнышко светит. Птички поют. Только мешает шум города. Так, первый подъем. Первая поклевка. Не заставила себя долго ждать. Подъем. Ах ты, сорвалась. Плохо. И съели мы туда. Смотрят на меня, уже поближе ко мне сели. Наивные, думают, у меня здесь лучше клюет. Вот это трещит лед-то как, а? Давай, давай, давай. Блин, а? Какие поклевочки. Говорю тихо, потому что вокруг меня сейчас уже полно народу. Может, ёрш? Сегодня решил взять немного густеры, потому что по вкусу она довольно неплоха, но не часто, конечно же, есть. Попробую немного спустить, чуть дальше, сантиметров на 30. А вон что, какое-то шевеление есть. Это, конечно, не потяг, где можно там метров на 5 спустить, но на метр, на 2 точно смогу. Нужно будет единственное мне найти человека, кто научит меня на потяг ловить. Очень интересная такая снасть. Ну. Вот смотрите, все одиночные поклевки. Один раз тук и бросает.
И в этот момент, если я сделаю потяг, может быть, она будет там. Тут поклевка. Повторит ли? Попробовал сместиться на 8 метров. Немножко выше по течению. И здесь чуть-чуть помельче глубина. Есть. Наконец-то. И как обычно, хорошая густерка. Даже очень хорошая. Ну какая красавица. И как вчера. То же самое. Стоило только достать мобилку. Чем мне теперь все время мобилки втыкать? Хочется ж еще поймать. Особенно таких густерин наловить. Есть. Именно на подъеме. Давай, заходи. Очередная густеринка. И сверху, точнее подбородок. Дальше запускаем. Ну, уже хоть дело более-менее начинает двигаться. Есть. Ух ты, блин, сорвалась. Прям очень что-то хорошее было. Фу, жалко. Я честно думаю, что это был лещ. Вот честно, уверенная в это. Эх, обидно. Просто такой тяга там очень бешеная. Аж необычно. Ой, очень хочу, чтобы снова повторила. И теперь самое обидное. Вообще нет поклевок после этого леща, блин. Эх, жалко. Почему-то уже больше часа вообще и поклевок даже нет. Не знаю уже, что и делать. Время 1:30. Ноль просто. Туда-сюда бегаю. И смотрю, почти все ушли. Там никого, что на удивление. И там человек 6 и все. Не хочет клевать. Но я думаю, после 3, по идее, должно начать проклевывать. Блин, до сих пор себя виню, то, что слил леща. Аж жалко. Но вчера, кстати, точно так же, в это же время, у меня больше часа вообще даже поклевок не было. А потом начало. Походу, повторяется день. Это поклевочки. Есть. Наконец-то. Уже давно уже ничего не было. И хорошая густерка. Довольно приятного размера. Тянуть. Как сопротивляется. И густерка прям хорошая. Ну, вот таких уже приятно ловить. Ой, больно. Походу, стайка подошла. Но эта густерка прям уж резво так сопротивлялась. Аж неожиданно на самом деле. Я думаю, это вообще непонятно. Типа окуня что-то. Или плотвы. А нет, оказывается, она. Такие интересные. Но там определенно еще кто-то есть. И он голодный, самое главное. Давай, давай, давай. Это что ж такое? Никак не подсеку. Блин, а. Сорвалась.
И получается, все шевеление началось без 10:03. Примерно так, как и ожидал. Ну, а тут хоть есть да. Ждем выхода. Ага. Все ждут, да. В надежде. Лунки мне постоянно приходится менять примерно раз в 10 минут. У меня здесь сколько уже? 4 лунки, в которых были их контакты. А пробурил я, наверное, десятка 2. И вот между этими 4 лунками я сейчас бегаю туда-сюда. Когда-никогда небольшой тык есть. Смотрю, у всех сейчас плохо. Все домой идут. Да и вообще рыбаков осталось очень мало. Ну вот и все, рыбалка закончена. Увы, я сегодня поймал немного, но самое главное не с пустом. На фоне того, что вообще сегодня толком никто ничего не мог поймать. Я хоть более-менее хоть что-то хоть поймал. Но все равно этого мало. И в следующий раз нужно исправляться. И более-менее наловить. Я думаю, в следующий раз уже поеду уже на малые реки. По идее, там должна рыбка зашевелиться. Посмотрим. Ну, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока.